И вот он, первый гриб за моей спиной, еще не успел войти в лес. Обратите внимание, смотрите, вот он. Ух ты! Вот это находка. Вот это да. Строчок. Такой красивый гриб. Гриб-мозг. Условно ядовитый, но очень вкусный. Всем привет! Сегодня мы находимся в одном из моих любимых лесов в Карелии, Прянежского района. Шикарная летняя погода, светит солнышко. Сегодня пособираем весенние грибочки. Скорее всего, будут это строчки, но посмотрим еще, может быть, будут сморчки, сморчковая шапочка. Вот по ссылочке выше можете пройти, посмотреть, я несколько дней назад успешно собирал строчки. Выпуск будет интересный, поехали! Пройду вдоль этой канавы, песчаная. Здесь много света попадает, много солнца, влаги. И посмотрим грибочки. Ух ты, друзья, вот эта находка, обратите внимание. Просто гигантский гриб такой, рядышком еще. Вот это еще не успел зайти в лес. Вот он, какой громадный гриб. Давайте его попробуем сорвать. Вот это да. Вот это строчок огромного размера просто. А вот еще. Вот эта находка. Еще не успел зайти в лес. А вот, ребята. Это просто повезло мне сегодня. Давайте их соберем. Вот здесь гриб. Вот, под корнем. Придавило. Вот это тихая охота началась. Я очень доволен уже. Вот малыш. Грунт. Такой красавчик. Вот такая. Вот это тихая охота началась. Соберем. Вот они. Вот это на заставочку. Шикарная находка. Я очень доволен. Строчки перед приготовлением тщательно промыть. Внутри очень много муравьев, мушек. Чтобы песочек не скрипел после жарки. Очень важно перед приготовлением тщательно промыть гриб. Желательно его разделить на несколько частей, даже не ножом, а просто руками. Потому что внутри гриба очень много, часто бывает. Вот разрежу, покажу вам. Вот он. Вот, обратите внимание, внутренность гриба. И там часто очень много насекомых. Жучков, паучков, гусениц, слизней, муравьев, улиток. Они поселяются там, поэтому важно тщательно промыть перед приготовлением. А вот еще малыш. Берем. А вот рядышком. Вы только посмотрите. Шикарная находка. Сразу же около 12 грибов я насчитал. А вот еще один. Вот это сразу полянка строчков на жареху. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Впереди много интересных выпусков. Очень вкусные грибы. Берем. Друзья, вот еще один гриб. Я его с трудом заметил. Тоже строчок. Условно ядовитый гриб, но очень вкусный. А вот еще рядом. Только посмотрите, сколько грибов. А вот еще. Ух ты! Рядом-то что? Вот это гриб-мозг. Вот он здоровый какой, а, ребят. Аккуратно. Вот. Вот это уникальная находка. Просто обратите внимание. Гриб-мозг. Я очень доволен. Ставьте лайки, пишите комментарии, как у вас с грибочками, из какого вы региона. Смотрим рядом еще. Вот такая красота. Берем. Друзья, вот эта находка. Вы только посмотрите. Это просто чудо. Гриб-мозг. Я очень доволен. Для меня тихая охота сегодня уже удалась. Я очень доволен. Вот такой гриб. Сейчас мы его вычистим. Вот таким образом. Вот. Очень много песка. Вот он. Вот с одного места такие шикарные грибочки. Обратите внимание, моя рука.
Я очень доволен. Тихая кота уже состоялась. Почистим. Этот гриб условно ядовитый, но очень вкусный. Предварительное отваривание 10-15 минут. И можно жарить. Вот такой красавчик. А вот еще один. А вот еще один. Берем. Друзья, вот это нарвался на такую большую поляну строчков. Это условно ядовитый гриб. Обязательное отваривание 15 минут. Давайте вычистим теперь. Шикарная тихая охота. Ставьте пальчики вверх, кому нравится. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Такой красавчик. Удивительная находка. Шляпка гриба очень ломкая, поэтому желательно при транспортировке часто гриб не перекладывать. Важно донести до дома быстрее и готовить. Перед отвариванием тщательно промыть. Я еще после промывки под проточной водой оставляю в тазике с подсоленной с водой. Минут на 15-20 вся живность всплывает, а песочек оседает на дне. Но вот эту красоту берем. Разрежу еще один гриб. Вот что внутри. Вот столько ходов внутри. Поэтому улитки, слизни, мушки, муравьи, частые жители, часто населяют подобные грибы. Вот такая поляна с грибами. Я очень доволен, тихая охота удалась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот такая сегодня находка. Тихая охота удалась. Достаточно грибов, чтобы их отварить, а потом пожарить. Задавайте вопросы, буду на них отвечать. Ну а вам желаю, чтобы ваши корзины всегда были полными. Сейчас я вам покажу, как я отмачиваю строчки. Кастрюля, можно тазик. Соль. Холодная вода, размешиваем соль. Вот наши строчки. Включил параллельно еще шашлык готовится. И просто разрезаем их пополам на две части, потому что здесь внутри обычно очень много живности. Вот, как вы можете видеть, как раз муравей ползет. И воду. Вторую часть гриба тоже. И готовлю грибочки. С мясом, я думаю, будет шикарно. Разрезаем на две части. И вся живность, которая обычно находится внутри. Слизни, муравьишки, улитки, насекомые разного рода. После воды они всплывут и удалятся. Берите на заметку, кто не знал. Вот кладем. Вот мы сейчас почистим грибочки туда и минут 20. Наш гриб уваривается несколько раз. И он будет совсем маленький. Вот все букашки начинают оттуда вылезать. Все вот таким образом. Оставляю я отмачивать минут на 20. Это у меня электрошашлычница включена. Свиненка, шея. А наши грибы, строчки отмокают. Часто здесь помимо еще насекомых бывает и много песка, поэтому лучше все-таки их отмочить. Вот обратите внимание,
Какой-то муравьишка еще сидит. Прошло 20 минут. Грибы стали значительно чище. Снял грибы. Вся грязь осталась на дне. Что-то всплыло. Меняем воду. Уже промытые, очищенные. Сейчас заливаю водой и ставлю на огонь. Все, поставил на огонь, сменил воду. Жду закипания и варю 15 минут. Словно ядовитые, но очень вкусные. У нас все закипело уже, забурлило. На медленном огне 15 минут варим. Водичка темная становится при варке стручков. Все, прошло 15 минут, наши грибы отварились. Ну вот, грибы отварились, я через дуршлаг их отвар слил. Вот наши грибы готовы, я их пошинковал немножко и будем жарить. Добавляем лучок. Вкусно, вкусно, вкусно.